понедельник нефть подорожала, отыграв предыдущее снижение из-за сообщения о том, что ОПЕК и Россия обсуждают возможность менее резкого повышения квот на добычу нефти по сравнению с более ранними предложениями. В четверг и пятницу состоится заседание министров энергетики стран ОПЕК, России и других стран-производителей нефти в Вене. Министры энергетики обсудят вопрос продления действующего уже 18 месяцев соглашения по сокращению добычи нефти на 1 800 000 баррелей в сутки. Цены на нефть продолжают падение, находясь в ожидании результатов заседания самых больших производителей нефти, которое пройдет вот уже на этой неделе. С технической точки зрения мы наблюдаем нисходящую тенденцию, где рекомендуем на сегодняшний день заключение сделок на продажу только при пробитии уровня 50 инструментов Fibonacci Retracement. Ожидаемая прибыль при завершении данной сделки составляет минимум 60 пунктов.